Итак, дамы и господа, а на сцену выходит Кай Метов! Давно его не было на даче. Привет, Олимпийский! Хочу пожелать всем любви, добра, да. Удачи. А я хочу сказать огромное спасибо тебе за песню Маши «Роза чайная». Это же композитор. Кай Метов написал «Роза чайная». Поцелуй певицу. Скажи, а дорого взял за песню Маша? Честно скажи, кто платил, ты или Киркоров? Так, Киркоров заплата, конечно. Отношения не допускают денежных. Он меня любит давно, а ты даже не знал. Эх ты. Я знал, что он тебя любит, Маша, но судя по твоим бриллиантам, с тебя можно не только... Ну не дурачьтесь так на даче, Коля. Маша. Как раз можно так дурачиться? Сердючка! На даче можно дурачиться. Маша просто уже с другой... Спой, народ ждет! Маша с другой дачи. Маша, пока. Господи. Маша, идите с Богом. Мало ли что. Ну зачем же вы это сделали, Николай? Я ничего не делал, я объявил Кайметова. А Маша стала прощаться с народом. Поаплодируем Маше. Слава Богу, овации. Мария Распутина несравненная, великолепная, бесподобная. Маша, попрыгай еще. Мужчине, которому нравится блестящий, тоже ты нравишься. Боже мой, все растеряла. Маша, ты все растеряла. Боже мой, сколько ты заплатила за этот букет, мужчина? Боже, обычный чай из ромашки, такой эффект. Да, у нас здесь, а у нас чай с коньячком. Итак, аплодисменты, Кай Метов! Наша звезда.
поезда. Помни меня, ты помни меня. Помни меня, ты помни меня. Пусть зайдет на небе наша звезда. Помни меня, ты помни меня. Помни меня. Все вспомнили Кайметова. Кайметов, группа «Блестящие». Вспомнили Кайметова, да? Да. А кто же его забывал? Как у вас хорошо, тепло, уходить не хочется. Меня, видишь, Распутина потерлась, теперь не пойми, что на штанах. Что, Коленька, подтянуть штанишки можно? Нет, хорошо, что только на штанах. Кай, к вам Герда. Кай, к вам Герда, это хорошая шутка, посмейтесь. Я только что придумала сама. Ну что это значит, ты придумала сама?